детские библиотеки модернизировались первые у нас по программе «По краевой». Это библиотеки будущего, которые вот в 2015 году по инициативе и поддержке Алексея Михайловича Клюшко мы стали реализовывать в Красноярском крае. Мы сюда заходим, но уже с модельной библиотекой, которая получилась благодаря федеральному национальному проекту «Культура». И хочу сказать, что не просто раздаются федеральные деньги, там действительно надо выдержать жесткую конкуренцию. Дзержинцу удалось. Всем посетителям, причем независимо от возраста, будет очень интересно здесь использовать все это оборудование. И тот формат, который сейчас библиотека приобрела, конечно же, это просто здорово. И для нас, для села, это почти космические технологии. Здесь появились очки виртуальной реальности, и здесь можно приходить с друзьями, поиграть в всякие различные игры. Теперь можно с друзьями будет поиграть повеселее. Можно спокойно почитать иногда. И в общем, тут очень круто.